Друзья, всем привет, с вами Дипендрострой. Это за последнее время первое мое видео с голосом. Так вот, сегодня мы играем в новую версию метросимулятора 2D на Android. Вот, в новую версию. Итак, меня много людей спрашивают, где покупать игру, где взять эту новую версию. Взять ее можно во ВКонтакте. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Так, освещение салона, РС, фары. Да, кстати, меня некоторые могут спросить, те, кто следят за моим каналом, почему я опять езжу по Каховской линии. Ну, дело в том, что она мне очень просто понравилась. Она коротенькая, вот. И я хотел попробовать Яузу, так сказать, новую, с новым управлением. Просто было интересно. Так, меню, номер маршрута, 20-й, начальная станция, Каширская, Каховская, Каховская линия, да-да-да, Каширская, все, отлично. Так, дешифратор, все с дешифратором нормально, все, можем ехать. Так. Блин, сейчас проеду. Или нет? Блин, ну так. Хоть они взяли звуки из метростроя, но это видно сразу. То, ну, все равно. Очень клево. Мне нравится. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Варшавская. The next station is Варшавская. Так, уважаемые, за этот коротенький период, за этот коротенький ролик, я хотел рассказать все, что важное. Итак, друзья, к концу лета мы можем спокойно успеть набрать 500 подписчиков. Друзья, надо поднапрячься. Я каждый день буду для вас клепать ролики. Нифига, как будто это какой-то... Какая-то музыка играет. Как-то Яуза едет, но... Вот... Яуз замечательный поезд. Даже когда он едет, это как музыка. Ладно, шучу. Так вот, к концу лета мы успеваем добрать 500 подписчиков. Это клево. Мне это важно. Я подключу вкладку сообщества. У меня, так сказать, она мне пригодится. Станция Варшавская. This is Варшавская. Потом все сами узнаете. К концу года 1000 подписчиков. Зафармим. Так, отлично. Я, можно сказать, не проехал. Пассажиры заходят, выходят. Так. Мне многие пишут то, что у них версия не работает. То, что они купили в Play Market, у них ничего не работает. Друзья, она вышла только во ВКонтакте. В Play Market она не выходила. Стоит она не 80 рублей, а 150. И для тех, кто качает взломки и говорит то, что «Ой, я не могу найти версию», поищи в ВК и купи за 150 рублей. То есть даже не ищи, я тебе ссылку оставлю. Найдите 150, короче, если вы хотите в эту игру действительно поиграть, найдите 150 рублей и поиграйте. То есть... Так, блин. Осторожно, дверь забыл информатор. Следующая станция Каховская. The next station is Каховская. Значит, я решил сегодня вечером в CSGO поиграть, что-то не знаю. Думал, сейчас сливать буду, а я просто как какой-то симпл играл. Ладно, это не важно. Ну так вот, значит, сегодня я, так сказать, запишу этот ролик, выложу и пойду наконец спать. Вот. Потому что сейчас уже достаточно позднее время. Но я для вас записываю видео. Так что за это лайк можешь поставить и заодно подписаться на канал. 400 подписчиков. 500 подписчиков к концу лета. У нас уже, можно сказать, 400, если не 400. Станция Каховская. Переход откуда на здесь люди? Конечная. Они еще здесь завели. Это конечная станция. Сколько там записалось? 4 минуты. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде, следующем в тупик,
соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Что ж, друзья, на этом коротенькая серия наша заканчивается. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.